Привет, дорогие друзья! Сегодня, как я и обещала, у нас как бы маленький туториал, как же сделать вот такой склад мяса. Все очень просто. Для того, чтобы такой склад иметь, надо, во-первых, на эту группу, любую, вот надо вот нормальную группу идти и договариваться с ними. Есть другой, конечно, способ, но он чуточку сложнее. Это надо иметь друга, которому не жалко своего... Которому не жалко своего... Ну... Которому не жалко... своих уровней. Если нам он, к примеру, вот какой-то супер-пупер... просто первый уровень, если он имеет, просто... И просто и он расчерчит у вас тут делает, вы его мясо... Вот смотрите, вот у меня вот такой кусочек мяска, смотрите. Его мясо просто вот если вы бросаете, вы берете сначала... Так, подождите. Если вы его бросаете, мы берем сначала, наверное... Ладно, тут вот такой кусочек мяса. Но вообще желательно мы сначала вот серединку берем и косточки. Тогда оно образовывается в один такой, можно сказать, шарик. В один такой... В один, можно сказать, шарик. В один шарик. И если так подумать... И вот получается вот такая красота, можно так сказать. Красота, как хотите называйте. Это очень даже неплохо. Смотри на нее. Я жестко тут в драке, как бы. Очень-очень жестко. Типа, она думала, что ее не убьют. Самое главное. Это слово, что ее не убьют. Ладно. Просто лазавры на больших левлах очень серьезны для меня. Опа-на, Камтыч. Мы сейчас его можем убить. Буду сейчас гнаться за этим камтозавром. Хотя ладно, пускай там будет. У меня и своих проблем тут куча. Это вот этот... Алик. Короче, вот этот способ, он простой. Просто, или как мы тут мочим, как бы киллерим всех. Или, ну, как бы... Или как по-другому мы делаем. Или можно по-другому. Это просто-напросто, вот как я сейчас говорила... Берем дружбанчика своего. Он вздыхает. Он вздыхает. А вы? А вы ложите мясо в одну кучу. И получается большой склад, который почти... Почти никого...
он никогда почти не закончится, если вы постоянно будете пополнять мясо. Ну, чем смогла, тем помогла. Всем удачи, всем пока.